Что? Куда? Зачем? Всем привет, это канал Золотого Яблока и в эфире рубрика «Что, куда, зачем?», где мы говорим про бьюти. Меня зовут Ира Блан, и сегодня у нас очень интересная тема – подарки на 8 марта. Обязательно смотри видео до конца, ведь в нем появится промокод на дополнительную скидку 10%, который ты сможешь использовать в приложении Золотого Яблока, но он действует ограниченное количество времени, поэтому спеши. Ну а чтобы не пропустить следующие видео, обязательно подписывайся на канал и нажимай колокольчик. А мы поехали! Хочу начать, наверное, с самого распространенного подарка на 8 марта, а именно парфюм. Есть, конечно, небольшой риск не угадать, но если ты хотя бы чуть-чуть знаешь предпочтение, то смело отправляйся на поиски. Вот, например, я знаю, что моей подруге нравятся цитрусовые и цветочные ароматы, но такие не свежие и легкие, а более вечерние. Поэтому для нее я подобрала парфюмированную воду Сислей из Аленюи. В ней ярко чувствуются цитрусовые ароматы, бергамот и роза. А такой вечерности ей больше придает древесные нотки и амбра. Если ты не знаешь подобных тонкостей, но все еще хочешь подарить подруге парфюм, то просто присмотрись к разным бестселлерам и хитам от брендов. Например, если ты точно знаешь, что твоя подруга любит сладкие нотки, то можешь выбрать для нее вот такую воду от Gucci, которая называется Flora Gorgeous Gardenia. Она прекрасно пахнет, к тому же это один из бестселлеров от Gucci. Это легкий, сладкий парфюм с нотками груши, жасмина и пачули. Он очень вкусно пахнет. Ну и к тому же у него безумно красивый флакон. А самым универсальным подарком, на мой взгляд, может стать бьюти-набор. Например, у бренда Elemis есть вот такой вот прекрасный набор для сияния кожи с самыми топовыми продуктами марки. В состав входит бальзам для очищения и удаления макияжа. Его еще, кстати, можно использовать как питательную маску. Салфеточка для того, чтобы еще лучше очищать кожу. И, конечно же, масло для лица. Вместе эти средства работают очень круто, они делают кожу мягкой, сияющей, успокаивают ее, а также борются с мелкими и даже глубокими морщинами. И еще отдельно хочется сказать про аромат средств. Он просто нереально приятный. По-моему, пахнет пиончиком. А еще мне нравится этот набор от Payo. Здесь в наборе есть два крема с коллагеном для упругости кожи, один для лица и один для кожи вокруг глаз, а также вот такая прекрасная косметичка, чтобы вам было где хранить ваши баночки. И еще больше классных подарочных наборов ты можешь найти в Золотом Яблоке. А это очень необычный подарочный набор от Kiehl's. Уже второй год подряд, именно к 8 марта, бренд разрабатывает вот такие красивые лимитированные подарочные наборы. Кстати, можно выбрать тот вариант упаковки, который тебе больше всего нравится, и в сам бокс выбрать любое наполнение. Я, например, себе собрала вот такой тоник с календулой, маску для сияния, увлажняющий крем и ночной восстанавливающий концентрат. И приятно, и полезно. А также напоминаю, что бренд Kiehl's представлен только в офлайн-супермаркетах. А этому подарку я бы очень обрадовалась сама, потому что это набор охлаждающих массажеров для лица Амуровица. С их помощью можно избавиться от отеков, а также сделать массаж лица с кремом или сывороткой, чтобы они лучше впитались. Вообще, массаж для лица очень крутая и полезная процедура, особенно если заниматься этим регулярно. Поэтому массажеры для лица – это продукты, которые однозначно попадают в список моих крутых подарков. Идем дальше. Если вы хотите подарить что-то из декоративной косметики, здесь у меня тоже есть свои фавориты. Во-первых, это дуэт BB и CC крема от Herbarian. У них есть одна потрясающая фишка. Они подстраиваются под твой оттенок кожи, поэтому они абсолютно универсальны. Ну и к тому же у них прекрасная текстура, и их можно использовать как вместе, например, сначала CC, а потом BB крем, так и по отдельности. Также в их составе есть ухаживающие компоненты, поэтому они прекрасно увлажняют кожу, и в принципе это мой must-have, поэтому я думаю, они будут отличным подарком. А еще я выбрала вот эту жидкую матовую помаду от Estée Lauder. Она очень легкая и не оставляет на губах ощущения липкости. В ее составе есть различные масла, гиалуроновая кислота, и поэтому помада не сушит губы, и они выглядят красивыми и увлажненными. И подарок, который точно всегда пригодится, это тушь для ресниц. Мне нравится вот это от Буржуа. Дело в том, что у нее особенная щеточка, которая помогает добиться двух разных эффектов. В обычном положении щеточка приподнимает и удлиняет ресницы, а в другом делает супер объем. Также она не оставляет комочков и делает ресницы плотными, густыми и очень красивыми. А сейчас лови промокод на дополнительную скидку 10% в приложении Золотого Яблока. Напоминаю, что он действует ограниченное количество времени, поэтому поспеши. Продолжим. Еще один подарок из серии «Всегда нужный» – это вот такая легендарная расческа от Tangled Teaser. После нее волосы становятся гладкими, мягкими, ну и к тому же они представлены в разных цветах, формах, дизайнах и размерах. Точно найдете ту, которая вам нужна. Я выбрала вот такую минималистичную, и, кстати, это одна из самых популярных моделей. Ну и последний мини-подарок, который бы я хотела сегодня показать, это вот такие сухие тени для век от бренда MAC. Они легко тушуются, очень красиво блестят, и самое главное, они реально стойкие и держатся на глазах весь день, никуда не осыпаясь. Ну и на этом все. Надеюсь, вы теперь точно смогли определиться с выбором подарка на 8 марта, который вы сможете найти в Золотом Яблоке. В комментариях поделитесь, что бы вы хотели получить на это 8 марта, чтобы точно сбылось.
Ну и, конечно, не забудьте подписаться и поставить лайк. Пока-пока! Что? Куда? Зачем?